Ладно, доброго времени суток, дорогие детишки. Ну, если и сейчас игра не закончится, то я уже даже не знаю тогда вообще, сколько там, блин, этих долбанных эпизодов. Я хз. А, ну да, мы же там что-то там поднырнули. А мы это смотрели уже? По-моему, да. Нахер! Крутись, рыбка большая и, сука, маленькая, ну. Обыщите затонувший корабль. Я так понимаю, карт у нас не будет, конечно же. А почему у тебя баллон на пузе? А, я вижу, немедленно вижу ништяки. Интересно, а откуда они здесь? В таком хорошо сохранившемся виде, особенно вот это растение. Учитывая, насколько все ржавое вокруг. Ну и там полипы и все такое. А. И как это тебе помогает, вот то, что ты это водишь туда-сюда? А, ну разумеется, да. Именно так оно тебе и помогает. Ну да. Ну да. А, смотри, карта появилась. Прелестно. Как ты разговариваешь? Или ты в голове у себя разговариваешь? Окей. Окей. Это спасибо. Я, кстати, совершенно напрасно потратил херовую кучу патронов на босса. Похоже, здесь никого нет. Окей. Окей. Нам теперь с каждой дверью такое надо делать. Потому что они все заржавели в дупель. Мужчина, мне кажется, вас сожрали. Ой, да тут их дохера. Надеюсь, они оживать не собираются. Умерли как люди. Ну, я бы не сказал, что он умер как человек. По-моему, он умер как говно. А почему такая пафосная музыка внезапно играет? Ну, вообще там хор и все дела. Я любую дверь таким макером могу скрыть. Это, конечно, очень прекрасно, что мне не надо сраные ключи искать опять, но это как бы усложняет задачу по поиску, куда идти. А, видимо... Видимо, тут тупик. Прелестно. А, травы у меня до хрена. А эти... Где все эти акулы были, когда я плавал, ну, снаружи? Застеснялись? Я бы, конечно, в принципе, не хотел с ними встретиться лишний раз. Ноль раз желательно, но как бы дело такое. Просто интересно. Было бы, кстати, прикольно, если бы, когда я подошел к окну, какая-нибудь акула, типа, туда бы сунулась, вот так сделала бы. Окей. Да. Очень жаль. Почему, кстати, я не могу хотя бы ножом их пырять под водой? Ну, типа, в фильмах такое делают. И что вы мне предлагаете? Когда, например, во всяких, там, про акул фильмов. Например. А не раз так и ножом, блин. Хы, туда. Ну или не только про акул, про всякое. Это прекрасно. Патроны — это всегда хорошо. В смысле, количество их увеличено. И насколько эта шняга быстрая? Давай ты не будешь выскакивать. Рыба унылое говно. А... Слишком много дверей. Конечно, полная линейность — это уже слишком чересчур было бы. Учитывая, что мне каждый раз приходится ждать, когда мы, блин, эту херню вскроем, то категорически слишком много дверей. Ну, конечно, да. Естественно, пазл. А я так понимаю, унылое говно поплыло туда. Туда. А, здесь тупик вообще. А куда оно тогда поплыло? Кстати, об унылом говне. Подкрадывается декабрь. А следовательно, не менее бодро подкрадывается премьера «Звездных войн» новых. Эй, я хочу, жду. Я понял, что дверь закрыта, а ты не хочешь? Крис, ты бы нахер прошел, например? А, ты решил все сам сделать? Прекрасно. Хоть какая-то от тебя польза. В общем, я хочу Star Wars посмотреть. Немедленно. Немедленно. Было бы прикольно, если бы они еще и отменили первые три эпизода каким-нибудь раком.
О, говно унылое плавает, окей. И что мне с этим делать? Как мне быть с этим всем? Она патрулирует туда-сюда, да? Или что она делает? А или оно не видит ни хера? Где у нее? Как оно ориентируется, где я, например? Слышь, жаба, нахер иди. Тут что-нибудь заначено, наверняка, нет? И что у меня... What the fuck? Это пропилить нельзя, нет? Плыви отсюда! Я в дырку поднырну вот в эту. Чтобы было. Спасибо, конечно. А я их метать могу под водой? И, наверное, какие-то из них могу. А можно как-то... Ну, например, перестать с водой там... Блять, ну зашибись. Совсем нахер, да? Прекрасный выбор, я считаю. А, блять, ну и из какого места мне надо будет играть? Теперь. Обожаю, блин, ваншоты. Спасибо, что вы мне показали все мое оружие, которым я не могу нихера пользоваться. Твою мать, ну... Я даже посмотреть не смог, блин. Потому что она сразу плыть куда-нибудь начинает. Я хотел просто заглянуть, где эта херня находится, блядь. Чувствую, я буду... Мне понравится этот сегмент очень сильно. Блядь, вот опять, куда ты... Иди нахер. Блядь, давай ты еще будешь тут застревать везде. Так, теперь надо этому говну на зуб не попасть. А я туда не могу? По-моему, эта дырка достаточно большая, чтобы туда можно было протиснуться. Клэр, например. Даже Крис туда пролез бы, наверное. Какой у нее пассаж там движения? Ну, в смысле, маршрут. По кругу, видимо, да? Где дырка секретная? Пустите меня туда немедленно! Я так понимаю, это вот эта та самая кнопка, которую мы ищем. Большая красная, сука, кнопка. А теперь она большая зеленая кнопка. Прелестно. А, ну хотя бы сохранили меня. Ну и тупые же вы животные, так и знаете. Нахер идите все. Все в сад. Я хочу немедленно кого-нибудь пристрелить. Да где эта херня? Я ничего не вижу отсюда. Ага. Отлично. Она была закрыта, да, действительно. Давай, ворвемся. Спасибо. А можно теперь пострелять во что-нибудь? Фак. Надеюсь, что да. Я хочу немедленно пристрелить. Прострелить кому-нибудь башку. Ну или что там у них вместо этого. Джилл, что ты сама всю работу делаешь? Пускай Крис крутит, он большой, сильный, наверное. А, тут... А крышку он все-таки поднять решил сам, да, молодец. А даму ты вперед, надеюсь, пропустил? Или как? Давай ты не будешь так люто бешено тормозить. Пожалуйста. Что это за 10 фреймов в секунду, блядь? Я не знаю, кто это, потому что я еще не успеваю увидеть нихера. А почему он в такой странной позе умер? ФБЦ. Что с ним не так? Ну, в смысле, кроме того, что он умер. Я понял, что он из ФКБ, блин. Твою мать. Там на нем это везде написано. What the fuck? О, отлично. Что ты делаешь сейчас? Я не знаю. Я вроде, наверное,
Наверное, это мой унылый джойстик ломается в хлам. Постепенно. Окей. Что у нас есть? Дробовик. Его мы и потратим. А почему он не заряжен полностью, например? Я мог бы на два патрона больше иметь. Диктофон. Это агент Дарио Барриони из FBC Armed Forces. Time is 1948. Я стрелять не могу, пока он разговаривает. Сука. Придется постоять, подождать. Вообще-то он не это сказал, он другое сказал. Окей. То есть все в Ультро превратилось в унылое говно, я правильно понимаю? Крис, надеюсь, это ты только что проскрипел двери вот так вот. Уверенно. Я могу заметить, что корабль довольно-таки неплохо сохранился для того куска говна, который пролежал на дне. На дне. Ты жаба, блядь. Нахер иди. Давай ты так не будешь делать. Такое. Вот, я же говорю, у меня могло бы быть на два патрона больше. Я буду долго смеяться, если последний босс будет такой же просто большой кучей унылого говна. Будет весело. И что же мы нашли? Патроны. Крис, не дыши так тяжело, я паникую. Еще есть что? По-моему, здесь кто-то умер, да, именно черт возьми, да. Уголина Баронио! А где? Что я там нашел-то? Уголина. Окей, what the fuck? Я what the fuck? Почему внезапно лютый бешеный саспенс? Это, конечно, спасибо, я этого ждал с нетерпением. Когда же уже наконец-то в моем резиденте уютном появится, блин, саспенс? А, граждане, вы нахер мутировали? И вот он, Лидия Леоне. Лида, ты как-то сильно изменилась. А чё у тебя размер ноги такой 43-й? С половиной. Хашим Кадар, этого не жалко с таким-то именем. Да-да-да-да. Жильберто! Кто это все написал? Зачем я это читаю? Я не знаю. Почему свет вдруг опять появился, кстати? Так прикольно было, саспенс там, опять же. Божественная комедия. Окей, what the fuck? Why? Это тоже часть божественной комедии? Те, кто жертвует жизнью ради доктрины, всегда идут по пути с великим Джеком Норманом. Что-то я сильно сомневаюсь. Я хочу 25 патронов для дробовика. Окей. Сейчас что-то нехорошее случится? А в какой момент придут к нам помогать рыжий и жирный? А, сейчас борода что-то будет говорить. Не совсем. А, ну да. Гайзенберг, я про тебя и забыл совсем. Чё, мед наварил ты уже или как? Ну почему? Ты мог бы очень надолго, например, задержать свое дыхание. Ну хотя бы попытаться. Правильно, лучше стать какой-нибудь лютой неведомой херней. Ну разумеется. Почему они всегда это делают через одежду, я не могу понять.
И сейчас его разнесет. Чё? Сдается мне, что игра все-таки не закончится на этом эпизоде. Да, конечно. То, что ты сам себя превращаешь в мутанта сейчас, это очень сильно достанет, конечно, бородача, блин. Просто так достанет сильно, вот прям со дна моря ты его сможешь достать. Пока вас найдет кто. Окей. Прекрасный выбор, я считаю. Jack Norman was the head of Veltro. And he has the video we can use to nail Lansdale. Логика этого его поведения просто зашкаливает вообще, блин. Допустим, через хер знает сколько лет, учитывая, что, блядь, борода знал, где, типа, ваш сраный корабль находится, и мог в любой момент его нахер разбомбить торпедами с какой-нибудь подводной лодки, блин. Типа, допустим, он этого не сделал, потому что он тоже тут такой же тупой, как и вы, блин. Но, предположим, какой-то сраный аквалангист бы... Так, что это? Окей. А каким раком они становятся критическими, мими? Не знаю, но пускай будет. А, фак, нет. Что? Нет. А, я знаю, что я не хочу. Я вот... Мне не понравился заряженный выстрел, как работает. Ну, нахер. И да, я воль. Именно так. Ну, типа, какой-нибудь заблудший аквалангист или двое найдут вашу сраную шлюпку, вот, на которой вы тут все умерли. Это сейчас кто разговаривает? И типа, ну и что они сделают? Кто цитирует какую-то херню? Сейчас босс сразу, что ли, будет? Папе Сейтан, Алепе. Окей, что там про... Ну и вот, типа, и что эти два... Как они через всех этих мутантов пройдут? Блядь. Или это, типа, просто будет очередная завязка для очередного резидента? Фу. Мужик, почему ты еще до сих пор... Ну, не мутант. То есть я знаю, что ты напрочь мутант, то почему ты выглядишь как... И это вот именно так он... Морган Лансдейл. Мужик, его здесь нет. Очень удобно. Что у него припадки начались, как только он увидел... Ну вот, а если бы мы пришли на 10 минут позже, то никакого бы спича не было, я так понимаю. Да. Так дай просто мне ее то. Indeed, this little machine contains the truth. All the truth needed to bring down your entire shred. И вам поверят, ну, вам, террористической организации, поверят. Потому что что? Why? Можно мне теперь уйти? Я хочу уйти. Можно у меня мама. Можно уйти? Я хочу уйти. Можно? Нет, нельзя мне уйти, видимо. Тебя ж там колбасило как писец. Ты его себе уже вкалывал. Какого хера? За кой хер ты бы нам стал мешать сейчас уйти? Мы же хотим его призвать к ответу. За что вот это факт ты делаешь вообще, мудак? Просто дай нам уйти, и типа бороде попадет. Ну вот. Вместо этого ты хочешь, чтобы мы тебя... Why? Зачем он это делает? И этого, главное, никто не увидит, кроме вот, ну, тех, кто к нему пришел, в данном случае Джилл и Криса.
На кой хер это делать вообще? Вот, ну какая практическая польза? Просто застрелись, мудила, например. Типа, my job here is done. Давай, до свидания. What the fuck? Norman, stop! Morgan isn't here. It's no use. He's gone over the edge. А почему у него... А почему у него в лице манда? Слушай, Джилл, ты бы хоть ее в сиськи засунула, что ли, чтобы не выпадало там. А почему у него сердце все время снаружи, блядь? Я не знаю. А почему оно теперь внутри? На, в лицо, блядь. Подходи ко мне, блядина. Ага, я успел перезарядиться. Ох ты тупой, так и знает. Ой, где ты? Ты сейчас что пытался делать? Ну ты тормоз, конечно. Сдается мне, что у него пару фаз будет. А, или даже три. Я вообще-то... Все у тебя нормально со зрением, дура. У него этот... Мяу. Тут-то я и не успел. У нее на спине какая-то шняга еще выросла. Это явно тоже неспроста. Ну и что тебе надо, блядь? А ну-ка быстро манду открыл свою и пошел отсюда. Да ты быстрый. Почему ты то быстрый, то медленный, а? Объясни мне. Человек манда. А, даже так, да? Ой, слушай, Джилл, не парь мне мозг сейчас. Серьезно. На нахер. Дробячок-то ничего, нормально против него работает. Вот реально, вот почему он сейчас медленный такой? Ой, факт. То есть это, конечно, большое эссе, что он такой медленный. Чтобы я успел прицелиться. О, сейчас что-то нехорошее произойдет. Что ты там бубнишь? О, вас теперь двое, зашибись. Почему? А, потому что надо выбрать правильного. Окей. Окей. Внезапные иллюзии. Внезапно. Прелестно. Нахер пошел. Слышь, трава, ты где там? Блять, он меня еще отовсюду может достать, это нечестно. Вставай, дура, я искал траву, Крис ее загородил мне, по-моему. Так точно. Фак. Вставай, овца! Меня это бесит, вот эта херня, вот эта... Вообще вся эта механика с сажанием на жопу. Окей. Что сейчас произошло? Блять. Ты не вовремя начала перезаряжаться. Сейчас кто-то огребет. Где второй, блядь? Тебя пока найдешь? Чё ты появился у меня хер знает дед с какой стороны, блядь? Бля, ну охеренно, а, блин. С автомата я не успеваю, чтобы он, ну, чтобы вот того этого. Ну, может быть, успеваю. Только надо вообще конкретно, решительно и быстро это делать. Блять, ну это не... Фак. Я не знаю, с винтовки успею я или нет. А где... Вот. Блять, ну это очень медленно. Ну мне никогда не хватит патронов... А, ну я, может быть, вот эти еще, если для шотганы. Да где он? На нахер. А это под... Ну нахер мне к пулемету-то?
What the fuck? Пошел в жопу от меня. На, врыло, блин. Тебе вообще... Как? Все равно на это? Выхвати, тварь. Долго тебя еще можно мудохать, блин? Мне кажется, что тебе надо в спину пострелять. По этой херне, которая у тебя на горбу, не? Ну где настоящий? Это глюк. А это настоящий. Слышь, я почти все вижу за тебя. Это глюк. Третья фаза, да? Блять, предупреждать надо, у меня залечек-то нет больше. Я сейчас сдохну, отлично вообще. И что это значит? Видимо, это та стадия, когда ему нужно стрелять, блядь. Ну, а и что я должен сделать, бля? Каким раком я от этого увернусь вообще? Где тебе, блядь? Охрененный босс вообще, просто тупой, блядь. Блядь, вы что, говна поели? Мне заново этой херней заниматься? А сохранять между фазами не пробовали, например? Да ты, нахер иди, что за, блядь, как ты, сука. Сколько тебе еще можно стрелять? А, блин. Это всего лишь для того, чтобы ему пощан надавать. Я до третьей фазы, конечно, дошел, не тратя вообще шотган. Но мне это... Никак не поможет. Нет? Не по лицу? А чё так? Блять. Где эта мразь? Сколько тебе еще осталось-то? Перезаряжи. Дерать, ты не хочешь, например? Смотрю, теперь-то он... Сердце не прячет больше. Что, нравится, падла? Да твою мать. Я все время... Херней страдаю. Да, это хороший вопрос. Нахер пошел. Дай ему по щам уже один раз, вот так вот. Может, он загнется от этого? Блять, видимо, нет. На, по лицу, блин. Блять, ну и что, и как я должен успеть среагировать на эту херню? Опа. Лопнула шняга. Умри в огне моей ненависти, тварь. Человек-манда. Ну и ты вот чего ты этим добился, мудак? Чем ты разговариваешь? У тебя нету... Ни хера нету, чем разговаривать можно. Ну так и сдохни уже. Конечно, круши, ломай, жги корабль, блин. Теперь нам на время от него надо выбираться, что ли? Ну, благо на нем никого нет. А, или все, Вельтер, давай, до свидания. Окей, прекрасно, блин. В чем логика-то была всего этого действия? Я еще не понимаю. Да, конечно, никто за это время на него не наступил, но разумеется. Джилл, твои пафосные речи сейчас вообще не в тему. Всем насрать, я тебе прям так скажу.
Ну давай, просвети нас насчет того, что вообще происходит. И все, конечно же, поверят, что это не монтаж, например. Ну да. Ну да, ну да. И а кто это снимает в этот момент? Скрытая камера? Камера или что? That the lowly terrorists would receive a helping hand from the venerable commissioner of the FBC. Да там еще и несколько камер скрытых. Конечно же, никто этого не мог предвидеть, ну разумеется, да. Он не мог послать кого-нибудь другого, к примеру. Ну, типа, помощника какого-нибудь ноунейм. Обязательно надо лично это сделать. Прекрасно. Что-то у тебя голос какой-то молодоватый для человека, которому лет 70, блин, на вид. Ну, разумеется, вы это нашли, конечно. Ты еще скажешь, что на нем твои отпечатки пальцев. Нету тут никакой дилеммы. Шикарная композиция. Серьезно? А ничего, что из-за тебя уничтожили целый нахер город, в котором жило несколько миллионов человек, я так понимаю? Блядь, чего они все это держат? Внезапно начали божественную комедию цитировать в конце игры, охренеть. Просто пристрелите его, это явно добром не кончится, если вы, если вы вот так отпустите. Подозрение? Серьезно? Пойдем, как он его нежно приобнял, блин. Я бы не доверял этому стражнику, охраннику. Да, интересно, просвети нас, каким раком оно делает такую вот такую прям большую ошибку. Кто тут террорист, блядь? Что за херню? На что он рассчитывал, блядь, вообще, я не понимаю. Или все-таки игра закончится, да? 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 Писец, этот главный гад полный, тотальный, законченный дегенерат. Охрененно. Я, конечно, понимаю, что это японская игра про зомби, сука. Но, блядь, всему же должны быть какие-то пределы. По-моему, это уже перебор. Немножко, блин, с тупкой. Не? Никому не кажется? Не? Точно? Не? Никому не кажется? Окей. Мы закончили или что? Или что? Или он сейчас сбежит каким-нибудь раком и начнется опять? Нет? Мы закончили. Прекрасно. Джилл, ты чё, губы между роликами накачала? А вы до этого не могли, почему? Что-то это мне напоминает, где-то я это уже видел. Например, агентство ЩИТ? Разумеется. Окей. Эй-хей-хей. Рассосалась. Ну, окей, да. А. Это, ну да. Что-то там в следующих играх Резидента было про это. Про эту антитеррористическую операцию. Только не помню, с какой части. С пятой начинаю, наверное. Вот эти два гандона меня вообще никак не интересуют. Ей-богу, зачем мне их показывают? What? Это нам про них рассказывают? На кой хер? Мне не интересно. Мне все равно, где он работает. Я хочу, чтобы эти два этих гомосека просто умерли, блин. А, жирный, ну да. А жирный в отставку ушел, я понимаю. Что ты делаешь? Там как будто картинки голых женщин у тебя нарисованы.
прямо вот так вот рядом с Мальтой внезапно, да. Прелестно. После того, как месяц подкололи голопередольщиком, а, он вернулся, да, странно. Странно, что на пенсию не вышел, это ж такое заюзанное клюше. Что просто писец. А, ну хоть кто-то ушел на пенсию. Разумеется. Я так понимаю, после того, как он ушел на пенсию, он пошел работать в Европарламент. Ну, чтобы было чем за квартиру платить. Это справа мужик или баба, я не понимаю. По-моему, мужик, да. А мне сначала показалось, что это какая-то лесбиянка лютая, бешеная. Да, точно, смотри-ка, он советник что-то там. А, и пишет детектив. Прелестно, да, конечно. Это вот это очень полезная информация для нас. Вместо того, чтобы что-то рассказать про Жил и Криса... А это вообще перед самой первой частью? Серьезно? Ёперный театр. Вот кто бы мог подумать. А как так получилось? Охереть теперь. What the fuck? Но тогда вообще нет никакого смысла в этом всем. Если это все перед первой частью происходило. What? Но же это же. Это же что-то. Тупо. Это же тупо. Тут ересь. Я-то думал, это где-то между там 4-й, 5-й, там 5-й, 6-й, я не знаю. Что происходит? Рыжего сейчас нам показывает, я так понимаю. Нет, не рыжего. Это... Опять вы со своими, блин, Данте задолбали. А, это дура. Господи. Конечно, он, но кто же еще? By the way, why save Parker? I have my reasons. Очки, конечно, да, для этого надо обязательно снимать. Да, разумеется. Ну хотя бы она вторую штанину нашла, блин. Ну, в смысле, сняла вторую штанину, надела просто колготки, а то это, блин, в чем она ходила, это позорище какое-то, блин. Так гораздо лучше, я считаю. И он просто так оставил на столе. Никто ничего не обратил внимания, ну разумеется. Я так понимаю, это типа... То, из чего получился в итоге Т-вирус. В первой части игры. Ух ты. Трехствольный дробовик. Прекрасно. Прекрасно. Я просто, ну, сюжет подан и рассказывается так. Я даже не... Ну, давай сохраним. Что, как будто это, ну, не полный приквел, типа. Это не, ну, вообще где-то в середине, не пойми чего. Потому что так его преподносят, как будто половину из этих людей я должен знать, типа, откуда-то. Но если это все происходит перед первой частью, откуда нахер я вообще могу их знать, этих всех? Паркера, рыжего этого, эту бабу, блин. Я из них всех знаю только Криса и Джилл, блин. На этом этапе. Ну, типа, what the fuck? What the fuck? Вообще. Как-то это странно, сюжет, в общем, они построили. Он, конечно, на всю башку упертый, этот сюжет. Куда вы это? Что? Куда? Куда? Главное меню, чтобы там внутри игры, да, где-то? Ну, в смысле, когда уже... Ну, ладно. Не, ну, в принципе, игра-то довольно прикольная получилась. Ну, как прикольная? Простенькая, конечно. Прямо скажем. И сюжет, опять же, тупой. Но... Дизайн монстров, опять же, как я уже говорил, вроде как... What the fuck? Дизайн монстров прикольный. Окей. Как?
What the f- Что они имеют в виду? Я не знаю. Я... Что? What the fuck? Чего это понятия не имею? Короче, дизайн монстров прикольный, дизайн уровней отвратный, потому что все время мало места. Я понимаю, корабль и все такое, но места категорически не хватает. Когда узкий коридор, и ты типа вообще увернуться никак не можешь, не очень. Боссы прикольные, кроме последнего. Последний... Хотя последний говно, если разобраться нормально, как все делать, то, в принципе, он легкий тоже. Ну... Но... Хотя, да, нормальный босс, в принципе, если так подумать. Да, в общем, окей, годная игра в итоге. За сколько там я ее, за там 7 евро, что ли, купил по акции, что-то такое. Или 9, или 7, не помню точно. Нормально. С пивом потянет. Вот. А что еще надо для счастья-то, наверное, да? Чтобы игра хотя бы не была полным говнищем. Наверное, стоит поиграть во вторую часть. Revelation'ов именно, потому что я их... Ну, я уже говорил вроде... Потому что мне понравилось, как она визуально выглядит. Я знаю, что там писец, сколько косяков в ней. Но чисто визуально она мне понравилась. Поэтому я, скорее всего, в нее поиграю. Но, скорее всего, не сразу. А может быть и сразу. Я еще не решил. А вот. Соответственно, на сегодня все. Шарьте, лайкайте видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книги для предложения. А на секции для комментов внизу подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане!